сначала поздороваться, мне кажется. Привет! Привет! Это Влада, и это моя подружка Наташа, и мы решили сегодня снять совместное видео про нашу дружбу. Да. Мы сейчас будем отвечать на вопросы. Они у нас тут... Как это называется? Сейчас не сформулирую. У нас есть список вопросов, на которые мы будем отвечать. Мы их на самом деле не смотрели даже, поэтому будем немножко... Вообще нет. Ну я, ладно, я смотрела. Ну все, начинаем. Сколько лет вы дружите? Так, надо посчитать. Я не знаю. Так что дружим, это же мы где-то с 8 класса. Ну да, когда ты пришла в 8 классе, в 8, да. Ну вот, с 8. 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 8. Ну, типа, в 9 пошел. Да. Вот. А знакомы мы с 5-го, с 6-го? С 5-го или 6-го класса? Ну, как знакомы? Меня Влада добавила ВКонтакте. Не, я ее добавила, кажется, она мне пишет. Она пишет, а ты та самая Наталья Семенова, которая учится в нашем параллельном классе? Если да, то я тебя добавлю. Понимаете, еще тогда был очень избирательный в плане друзей. А сейчас... Нет, на самом деле я не всех подряд добавляю, так что... А ты тот самый человек? Если да, то я тебя добавлю. Как и где вы встретились? О, встретились ВКонтакте, да, вот первый раз. Там в школе, там ВКонтакте, но именно встреча такая, чтобы... Ну да, она была просто в школе, но хорошо. Вот наша дружба зародилась именно... На 1 сентября. Да, 1 сентября. У нас, короче, классы, типа, формировались после 7-го, типа, перерасформирование, там, по знаниям, по уму, по специальностям, ну, короче, как-то так. И, в общем, я перешла в класс к Наташе, потому что там была на тот момент моя лучшая подруга Лера. Вот, и я думала, что мы с Лерой там будем просто супер классные подружки, потому что, в принципе, ради нее переходила классный руководитель. Да, рассаживала всех, то есть, что мы сидели с определенным человеком на определенном месте. А тут, вау, впервые, в 8 классе можешь выбирать человечка, с которым ты будешь сидеть, ну, просто на пост... Вот ты его постоянно, выбрал, да, до конца сидишь, не в классе. Должен хорошенько подумать. Да. Не, мы стоим, но вчетвером. Значит, Лера, Настя, Влада и я, мы стоим такие, такие, о, а вы же знаете, что в этом году уже можно будет садиться, кто с кем захочет. Такие, да, и мы такие, ну, типа, с Владой, я типа, ну, понимаю, да. Ну, да, я же с Лерой стою, я с Настей. Конечно. И Лера, да, говорит, о, Настя, да, вместе сядем. И мы такие... А Настя такая, да, давай. Влада говорит, может, вместе сядем? Да, конечно, все. Все, так решили. И мы так... Да, мы сели, и причем наш классный учитель говорит, девочки, вы нормально общаетесь, что вы так вместе решили? И мы так друг на друга посмотрели. Ну да. Да. Конечно, лучшие подружки. Все время сидели вместе потом. Прикольно, это очень интересно, что судьба так свела. Да, я помню первый день... Именно вот полноценный такой, что мне 1 сентября, по-моему, ты опаздывала, это была физика. Я даже помню, что... Ты не видел, как я опаздываю. Я помню, да. Да ладно. Я вспомню, даже в чем ты была одета. Ты была, ну, в футболке с радио, помнишь, там наушниками такой... А, да, 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 синий. И, ну, пиджак там, что сережки, может, даже какие-то с этими... А, это же как обычно, суперстиляшка. Да, вот. Я помню, я так сижу, физика, и Влада опаздывает, и ты такая... Опишите друг друга одним словом. Я вообще не знаю. Я тоже. Если бы это было на момент нашего тогда знакомства, то я бы тебя описала Тейлор Свифт. Вот. А, я, ну, бы, да, тебя так назвала. Потому что тогда мы были два очень... Слова, да? Да, да, аж два слова. Но тогда мы реально были очень похожи, типа... Да. Ты была чуть по-другому выглядела, и она по-другому совсем выглядела. Да. И... А сейчас? Ты, я вообще не знаю. А ты... На эту, как правильно, Ферги? Ферджи. Ферджи. Ферги мне вообще не нравится. Солистка Black Eyed Peas, скажем так. Я реально, кстати. Да, серьезно, и ты тогда тоже так очень сильно была на нее похожа, и она тоже там у нее был свой. Сейчас она, по-моему, не поменялась, не знаю. Ты похожа на эту... Робертс, да? Да, она ему Робертс. Мечта вашей подруги. Ну, я, конечно, может, не знаю каких-то там тонкостей. Мне кажется, что твоя мечта — это уехать из Украины и вот в Америке жить, и вот, чтоб... Вот в Америке, в общем. Переехать в Америку, да? Ну, да. Ну, вот что-то такое, мне кажется, да. Ну, мне кажется, что твоя главная мечта, особенно на данный момент, — это семья. Ну, можно так сказать.
и то ну, свадьба. Мечты сбываются, да. Считать, что эта мечта сбылась. А вот да, если говорить о новых каких-то мечтах, я бы сама, наверное, и не назвала, что это могло быть. Не знаю, но на данный момент... Тогда, мне... может быть, обустроить свою да, жизнь. Да, вот как-то вот мне, типа мне бы хотелось... Да, я на четвертом курсе уже заканчиваю институт, но я не знаю, кем я буду, вот абсолютно, вот я не знаю. Ну, вот. Отдыхать и наслаждаться жизнью. Вот, ничего не делать. Да. Супер мечта. Ну, нет, может, хочу. Что-то делать, но то, что тебе нравится, вот, и да. Вот такое. Любимая фирма косметики подругам. Я вообще не понимаю, как может быть любимая, одна любимая да, фирма. Потому что вообще да, это типа как-то... нереально, по-моему. Если говорить не про фирму косметики, к примеру, про духи, mm-hmm. то у тебя любимые, я помню, Кристина Агилера были и Нина Ричи. Нина Ричи, да, вот я очень люблю Нина Ричи. Это я знаю. И... А у тебя духи? Эскадо, может быть, нет? Да, да, люблю очень Эскадо. Да. Ну вот, вот так. Мы что-то, так. Что-то и ответим на это. Что тебе разрешают твои подруги? Вот это я больше всего не знаю. Потому что мы на самом деле мы так похожи. Ну, да, то есть мы практически никогда не ссорились. Да, я более пассивная, а Влада более активная. И вот когда просто мне там хочется забиться в уголочек и ничего не делать, да, да, то а Владе хочется тусить, то есть вот в этом плане, наверное. Но это тоже, это не раздражение, это так просто, ну, просто потому что... Просто расхожесть интересов, да. Типа, ну это нормально. Не, помню, что меня в школе бесило, когда часто я с тобой договаривалась о чем-то, и ты в последний момент такая, типа... А, да, да, да. Боже, это было просто неверно. Я не знаю, что с тобой делать, как себе уговаривать. Да, это моя сумбурность, чем Влада всех бесила в школе. Все Владе завидовали, потому что Влада была очень активная, везде как бы пыталась со всеми иметь хорошие отношения, была... издевки были, что да, детям издевались. О, да. А так... Были издевки, что я ко всем подлизываюсь, хотя на самом деле... Да, у меня такого не было в планах. А, просто сейчас немного поменялось, типа, как-то поколение или что, или, ну, не знаю, как-то сейчас к этому все люди проще относятся, типа, чем больше тебя знакомств, тем лучше, как бы, все это понимают, а раньше это было, типа, как-то для всех очень дико, я не понимаю, почему так вот, ну, тебя что, не бесило? Нет, нормально. Любимый жанр музыки подруги? Ну, да, зарубежная попса всякая, не знаю, наверное. Ну, да, ну, типа, не совсем попса. Может, инди вот этот, да? Ну, инди, ну да, ну, короче. А еще что? Ну, я тогда не знаю, наверное. Электро, ну, типа, электро, да. Плюс к этому всему. Ну, короче, а для таких песен, как там... When I met you in summer, ну, у тебя попса. Да, да. Да, наша попса. Попса, да. Попса наша, попса зарубежная, любая. В основном это попса, действительно, да. Не будем скрывать. Не будем скрывать. С барских там все такое. В каждом видео про боксы барских что-то есть. Да вы еще не что, его пиар-менеджер. Что? Любимое совместное воспоминание. Ну, наверное, то, что все наши поездки, это очень крутые воспоминания. Особенно вот самая последняя Болгария, это было. Да, вот Болгария. Не, любая Болгария, все расклады. Там, когда мы в Санкт-Петербург ездили, когда у нас был этот... тур там в Италию, Австрию, да. Классно было ездить на автобусе вместе, жить вместе, типа. Весело. А, как мы в школе, там, Влада и Даша, мы там вместе смеялись, какие-то на переменах там. Да, это... Как мы раньше видео эти всякие дебильные снимали. О, да! Прогноз погоды. Мы крутые пацаны, мы идем в курилку. Мы идем в курилку. Еще мне приятно вспоминать, когда мы там Влада тусили всегда, там, когда там еще Даша, мы с Дашей еще были. Там, когда, да, там... Танцы, пляски. А когда она хватала бутылочки с сидра самая сбегала, мы там с попкорном. Я даже не допивала её. Да, она уже. Если у вас одинаковая одежда. Ну вот, я помню, как мы купили футболочки. 100% сингл. Ого, и ходили так. Ты что, две красотки у нас такие. По Болгарии это вообще было просто. Что общая одежда, но мы ходили в этой Милке. Да, в этих майках Милка. Что у нас еще? Любимый предмет в школе. Физра! Да! Английский, наверное. Нет? Ну, может быть, но вообще, если честно, у нас не было любимых предметов. Ну, давай на чистоту. Когда мы там, знаешь, задумывались, да, ну, блин, мы все ненавидели, реально. Да. Сильно сложно. Сложно, сложно. Помнишь, как мы писали стихи на математике, то, что да, типа... голубой, а мы сидим тут и тупим.
как мы математику решаем, еще чуть-чуть и улетим. Да. Вот. Там еще целая ода была. Да, там реально столько куплетов было. Боже, как мы переписывались в этих блокнотиках, как мы рисовали вот эти штуки. У Влады был блокнот такой, она каждый раз увидела, мы там переписывались, там, особенно после выходных, там, Влада, что-то там какие-то шутки. То-то было, ой, и, короче, а потом с этим блокнотом на перемену вот так в руках, что никто не взял, не прочитал. Остались эти блокноты? Да, они там лежат столбом. Прикольно, можно тут посмотреть. На, любимая песня подруги. Ну, у тебя, наверное, Weekend. Ну, да, вот это. Какая-то из. Ну, вот это вот. Аж сама назвать не могу, такая любимая. Да. Ну, я тебя поняла. Они не поняли, но я тебя поняла. У меня реально на данный момент вообще точно нет ни одной, потому что я как-то вообще музыку очень редко сейчас слушаю. У меня тоже застой какой-то, я не могу себе... Я скачиваю что-то такое, что мне скучно ехать там. Да, Wicked Games, ну все правильно. Та-дам! Совместная шутка. Ну их очень много, просто так мы их не назовем. Чаще всего просто то, что мы с Дашей о чем-то разговариваем, Даша что-то рассказывает, а потом Наташа какой-то вопрос вообще типа не в тему задает, и мы такие типа... А потом начинаем просто дико с этого угорать, потому что это просто невероятно смешно, как можно было вообще к этому прийти. В основном все шутки зажидались, потому что Наташа тупила. Да, к сожалению. Любимое животное подруги, ну, конечно же, коте. Это 100%, на этом мы сходимся. Только котики, ну и у меня тоже котики, да. Я люблю котиков. Котики. Котики решают. В последнее время мне очень нравятся заи и кролики. Я сохраняю себе в сохранёнке ВКонтакте кролика. Они такие милые, не знаю. Но я себе, наверное, не хотела, потому что они вот это как большой хомяк. Зачем мне нужен? Кот круче. Если вам понравилось, вот, то мы запишем еще. Потому что у нас еще есть много вопросов, если вам это интересно. Потому что нам есть что вспомнить. Да. Так что ставьте свой палец вверх, чтобы мы поняли, что вам это реально понравилось. Подписывайтесь на канал. Пока! Пока!